Я работаю с самой лучшей командой, которая у меня была. И я. И ты? Вот, поэтому, ребят. И я. Я вас поздравляю. Мы вошли в историю. Наконец-то. Мы первые, кто прошел 3 круга. Но я вас призываю к благоразумию. Нам 10 числа предстоит очень тяжелая игра. Вы знаете, с кем мы играем и что нам нужно сделать. Поэтому сегодня гуляем, завтра начинаем готовиться.